Большая Балашиха Лайф. Новости. В Балашихе прошел памятный концерт, посвященный 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой. «Спасибо вам за мир над головой» – эта фраза прозвучала сегодня не один раз. А вот у депутата Московской областной думы Владимира Шапкина для ветеранов в эту знаменательную дату был особенный символичный подарок. Сертификат на 150 тысяч рублей на благоустройство сквера ветеранов в микрорайоне «Новый свет». А у нас была микрорайонская идея отстоять вот эту рощу. Там хотели дома построить, но мы долго боролись. И потом наши ветераны написали, обратились в администрацию, обратились в Совет депутатов с просьбой сделать здесь им в честь 70-летия сквер ветеранов. Я всей душой болел за сохранение этого участка воздуха нашего. Прекрасная такая березовая рощица. История сквера ветеранов началась весной этого года. Там был заложен памятный камень и посажены каштаны. Планировали, что сквер станет не только напоминанием о той страшной войне нынешнему поколению, но и великолепным местом отдыха для всех жителей микрорайона «Новый свет». Тогда Владимир Шапкин пообещал, что для удобства горожан здесь не только высадят деревья, но и обязательно благоустроят территорию. Да я вообще за то, чтобы все благоустроили, и все, чтобы было красиво, и зелень была, и люди ходили нарядные, красивые, и улыбались. Депутат обещание сдержал, благоустройству быть. Теперь дело за общественниками. Им предстоит выяснить, что хотели бы видеть там жители и согласовать проект с администрацией. Эти денежные средства, они пойдут на благоустройство этого сквера. Что уже там поставят, я думаю, что ТОС, ветераны, они вместе с администрацией решат то ли лавочки, то ли освещение, беседки или еще что-то. Конечно, мы им предоставим такую возможность обсудить, принять решение. Ну и потихоньку этот сквер обустраивать. Праздничный концерт завершился в теплой домашней обстановке. Пили чай с пирогами и пели песни военных лет. Регина Родионова, Виктор Демин, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.